прошлых роликах все видели, как много спичек у нас куплено, но спички бывают разные. Подводные, охотничьи, для камина и так далее. Но я ни разу не встречал огромных спичек, даже в качестве какого-то сувенира. Сегодня мы попробуем сделать огромный коробок спичек и, чтобы не затягивать, поставим себе временные рамки. У нас ровно 24 часа. Поехали! Итак, мы имеем коробок стандартного советского размера. И вот такую спичку. Ее длина 4,3 см, а ширина чуть менее 2 мм. Рассмотрев спичку подробно, мы начали с самого простого способа. Искать компоненты в интернете. Серо-спичечная купить. Облазив все, что можно было, и потерпев фиаско, мы начали изучать информацию, из чего состоит спичка. В общем, тут не все так просто. Спичечная намазка состоит из специального топлива, которое горит, но медленно, и бертолетовой соли, которая, являясь окислителем, усиливает реакцию. Все вместе соединяется специальным клеем. А цвет головки придается красителем. Смотрите, как вышло. Цвет немного отличается, но в целом очень похоже. А вот с коробком все сложнее. Основным компонентом является фосфор. Это запрещенный прекурсор, и его просто так не купить. Вместе с абразивом они также соединяются при помощи клея, окрашиваются и наносятся на поверхность. Получается как бы зажигательная наждачная бумага. Сперва бертолетова соль в головке реагирует с фосфором, вследствие чего происходит воспламенение, а потом уже собственное топливо на головке начинает гореть. Так и работает спичка. Прикинув примерные размеры спички, мы начали добывать компоненты. Мы еще ничего не сделали, а время уже поджимает. С серой все понятно, у нас уже есть опыт ее добычи, а вот с черкашами оказалось все гораздо сложнее, чем я планировал. За 30 минут нам удалось натереть совсем крошечное количество порошка. Я бы сказал, что его тут вообще нет. Поэтому мы решили добывать терочное полотно прямо из коробков, аккуратно обрезая коричневую часть. В будущем мы сделаем единый плотный черкаш. Я думаю, столько хватит. А теперь очередь серы. Мы могли подготовить ее заранее, но тогда бы это было нечестно. Мы ведь должны всю спичку сделать за 24 часа. Поэтому мы позвонили всем друзьям и попросили помочь. Алло, привет. Да, здорово. Слышишь, я тебе сейчас подвезу два ящика спичек, надо будет начистить. А твоё ебать, не надо, случайно. И сами, естественно, балду не гоняли. В процессе счищания мы так увлеклись, что нас охватил соревновательный дух, и мы начали соперничать, кто быстрее справится. Закончив с этим делом, соревновательный дух никуда не пропал, и мы решили продолжить соревноваться гораздо более интересным образом в мобильной батл-рояль игре Garena Free Fire. Кто дольше продержится? На одинокий остров десантируется 50 человек, выживет только один. В победе решает не только ваш скилл, а и хитрость. Используй траншеи, канатные дороги, транспорт, изучи остров, и ты будешь побеждать всех. С первого раза я смог продержаться до 6 места. Самое крутое, что Garena Free Fire — это флагман мобильного киберспорта. Стримы по ней в пике обогнали даже трансляцию The International 2019. В недавно прошедшем турнире приняло участие 150 тысяч человек. Геймплей здесь очень быстрый, графика приятная, а интернета требуется меньше по сравнению с другими похожими играми. Battle Royale есть много, но только в Garena удобное управление, много крутых фишек и куча возможностей по кастомизации вашего персонажа. Сейчас Free Fire празднует третью годовщину, в честь чего дарит кучу подарков новым игрокам. Сейчас самое подходящее время, чтобы начать. Обязательно попробуйте. А с помощью промокода в описании вы сразу получите персонажа с крутым костюмом и вдобавок питомца, тоже со скином. Ссылка на Free Fire в описании. Итак, оценив количество серы и размер деревяшек, нас посетила рациональная мысль. Этого не хватит, а времени добывать новую нет. Мы чуть ли не отчаялись и не забили на временные рамки, но тут я кое-что вспомнил. Еще со старых видео у меня завалялось одно вещество. В целях безопасности мы не будем говорить, что это, но если насыпать в кастрюлю сахара и добавить этот порошок, получится очень хорошая топливо-окислительная смесь, почти как на серной головке. Также для связывания добавляем клей и краситель.
Для легкости перемешивания добавляем немного воды, она потом испарится. Хоть вещества и совсем другие, текстура очень похожа. Правда, смесь плохо держится вместе, напоминает кинетический песок. Прибегнув к помощи бинта, просто оборачиваем намазку вокруг палки, как будто рулет. И макаем в серу, чтобы обеспечить терочное зажигание. Несмотря на кажущуюся легкость, на данный момент прошло 17 часов, а у нас еще не готов ни коробок, ни остальные спички. Да и надо успеть высохнуть. Мы с турбоскоростью смастерили из картона подобие коробка и начали соединять черкаши вместе. Получилось вот такое немного халтурное терочное полотно. Осталось только высушить спичку. Остальные единицы получились ровные и гладкие, благодаря измельчению серы в порошок. До окончания времени 20 минут. Давайте пробовать. Спичка очень плохо высохла внутри, но, видимо, из-за высокой температуры горение все-таки состоялось нормально. А цель этого видео, чтобы все понимали, насколько сложным является обычный простой спичечный коробок.